На конечной 28-го маршрута, как в поле воин, стоит один единственный автобус. С недавних пор жители Светлого наблюдают такую картину постоянно. Добраться на работу вовремя или пораньше вернуться домой теперь не получается. Слышу жалобы вот в центре города, особенно когда еду с учебы, часов 6. Всегда много народу, всегда давка, и все хотят уехать. Происходит это отнюдь не потому, что маршрутчики не хотят работать. Как отметили сами водители, желающих предостаточно. На вопрос, почему же людям стало труднее передвигаться по родному маршруту, в управлении транспорта и связи нам ответили просто. В 2010 году 12 автобусов ПАС были переданы администрации города Улан-Удэ по договору безвозмездного пользования в связи с тем, что 26 апреля текущего года истек срок действия данного договора. Автобусы были изъяты у перевозчика комитетом по управлению имуществом. Однако Сергей Будагаев отметил, что уже сегодня заканчивается аукцион по этому маршруту, и совсем скоро станет известен новый собственник. Часть автобусов снова вернется на линию, и будет сделано все, чтобы впредь жалоб от населения не поступало. Руслан Батуев, Булат Бадмаев, Новости дня.